Смотрите, какого мы едят хлопья. Вот эти ловомы у меня. Вот эти вот, которые посветлее, они старые уже. Им скоро 3,5 года. А этот ихний сынок, ему около 2 лет. Это они вместе живут у меня в большом литраже. Эти уже давно не несутся, этот еще делает кладки. Давно не давала улиткам хлопья. Вот хочу напомнить, кто не смотрел, какие хлопья я даю. Вот такие вот. Вот такие рыбные хлопья. Все, практически сегодня полпачки выкормила на все террариумы. У меня много ушло. Ретики не едят почему-то, не знаю. А все остальные с удовольствием едят эти хлопья. Вот смотрите, как он облизывается. Вот этот, который ближе ко мне, смотрите, они очень любят. Они прилипают к ним, и они облизываются. Так, с себя слизывают их. Видите, какой оранжевый рот, да, у нее внутри улитки. Интересный, такой большой роток. Радула, как мы говорим. Он тоже налепил на себя, они прилипают. Так интересно наблюдать. Вот, ребята, сегодня у меня лакомятся хлопьями. Вот как, посмотрите. Вот, скажи, прилипли к вкусняшке, к мордочке. Все в них, они такие, скажи, липучие, не сравнить с гамарусом. Ну, гамарус тоже прилипает. Ну, сейчас мы наедимся досыта. Вот немножко я на троих, видите, насыпала, сколько хватит им. Можно раз в неделю давать, можно с гамарусом сочетать. А пюре Тёма тоже я даю иногда в качестве животного белка. А эту мясокостную муку я раньше давала, но она что-то как воняет сильно. Я рыбную покупала, и в террариуме потом вонище стоит сильное. А от хлопьев нету такой вони, как от гамаруса, как от мясокостной муки. Мясо тоже, если давать, оно быстро портится. Там мясо, печень, рыба. Рыба тоже очень быстро портится. Но они любят. Я вот насыпала, у меня тарелочки закончились, на кабачок им насыпала. Вот и кабачок едят, и хлопья. Это мои самые первые ловомы. Вот эти вот 2 светленьких. Они были маленькими, я их взяла из плохих условий. Им на тот момент уже 1,5 года было. И 2 года они у меня уже живут. Я их взяла в конце июля, помню. Вот в конце июля им будет, наверное, 3,5, а может быть даже и 4 года. Потому что там девушка не помнила их неточный возраст, но они уже неслись на тот момент. Вот, подросли они у меня хорошо, замечательно, 12 сантиметров, этот вот поменьше, этот 12, этот тоже 12, это сыночек их, у него, видите, потемнее почему-то раковина. Интересно наблюдать, когда ульки едят, я их не мыла, они грязненькие такие, вот живут они на торфе, с мхом, все вперемешку тут с опадом. Вот так вот я все это рыхлю, они зарываются хорошо, спят. Надо вот им уже, видите, прорастают семена у них тут льна. Я им лен давала, и вот по всему террариуму вот семена льна прорастают. Ну, я выбрасываю эти росточки, зачем они, улитки не едят, вот такие вот семена льна. Иногда я посыпаю, там лен, кунжут, овсянка. Раньше они у меня хорошо неслись, а сейчас все, видимо, старенькие стали. Вот этот вот редко тоже сейчас несется их не ребенок, а эти вообще нет. Ну, возраст уже все для них серьезный. Деточки такие красивые от них остались еще у меня на продаже. Осталось на продаже у меня 5 овумов. Все. Подрощенных уже таких хороших.
Вот 5 овумов осталось, и вот 4 улетенка вылупилось, но им месяца нет еще. Ну, что-то они плоховастенько растут. Малыши, не знаю. Все, больше я от них яйца оставлять не буду. Это последние вот 5 подрощенных и 4. Сейчас вот буду выращивать, доращу их, и больше я не хочу от них детей. Этому 2 года, этим по 3,5, поэтому они уже старенькие улитки, пускай отдыхают. Ну, аппетит у них хороший, едят хорошо. Вот, альбинки мои. Мои первые архохатины маргината овум альбина.